Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами как всегда я, Эван. Это не обычный видос для моего канала, потому что Эван, бля, можно сказать, да не, ну не царь, а смотри. Ну короче, да, зашел на CCD. Чё ты здесь забыл, дуй на смотру. А я сейчас вам расскажу, так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем с того, что я не заходил уже на CCD, именно на шестой сервер, уже более года. И сейчас мы посмотрим, что с аккаунтом стало. Но, по крайней мере, когда я выходил отсюда, у меня все осталось. Деньги осталось, F3 тоже есть. Сейчас все по порядку, да? На деньги нету, а в этом, вкладами тоже нету ничего. В чем прикол? Когда открылся шестой сервер, я пошел на него играть. Записал две серии, но что-то я их так и не выпустил. Почему я их не выпустил, даже не знаю. Вот, и дальше играл на смотре. Так что мне выпало? 20 тысяч. Блин, у меня еще, кстати, на 2 прокрута осталось. И я такой, окей, забил и не заходил сюда. Но когда он открылся, я купил себе 2 дома. Кстати, иконки уже не показываются, лол. Сейчас посмотрим, только я добежу, окей. Давай, давай. Все. Так, спросить позже. Так, F11, вон один домик. Как-то как тебе вот так показать? Вон, 2 домика моих. Кстати, можем к ним доехать. И одна квартира я все-таки купил, потому что домик не успел, да? Где-то вот здесь, если мне память не изменяет. Она, походу, мне не изменяет, потому что я чуть его даже и не вижу. Вы можете купить дополнительное парковочное место за 500 тысяч рублей. Вы можете купить сразу несколько парковочных мест. Бля, это получается то, что сейчас дома тупо пропали свою ценность из-за того, что можно купить парковочное место. Че сказать, лоханулся. Ладно, заспанил. Давайте, не все 39. Мопед это такой, чтобы добраться. Семерочка. И мана грязная. Кстати, поехали помоемся, потому что на CCD еще мойка не пользовался. Семерочка это первый транспорт. Я помню. Ой, мама дрифтит, кстати. Я забыл, что у него на дрифт-чип. Это еще был. Я его подставил тогда. Семерку, вернее, сделал, когда только обновление добавилось, тогда еще цвета добавили. Вот чем мне нравится CCD просто. Своими мелочами, смотрите. Опа! Открыл правое окно, открыл левое окно. Заднее не помню. Нет, заднее не понимается, да? Не понимается. Ну какой же кайф? Конечно, бестолково с одной стороны, с другой стороны, бля, ну какой же кайф открывать-закрывать, не знаю. Это грязь, это все, блин. Кстати, а что там еще по этому? По ПТС, мне очень понравилось ПТС. Так только я не помню, на что нажимать. А вот R. Блин, запереть. Так, можно вылезти, да? Случайно. Открыть багажник. Открыть капот. И мат тут прорисованы, конечно, багажник и капот. Но это, бля, капот. Смотри, просто текстурку добавят. Это называется гайд, где лучше играть. Ладно. Убрать можно его, лол. Показать ПТС. Эван Ютуб. Выбрать. Бля, как же это офигенно просто. Модель, семерка, легковой, байседан. Год изготовления, 1990. Модель, шасси, отсутствие, кузов, темно-вишневый металлик. Вишневая семерка, пацаны. Мощность, 75 лошадей. А, это еще карбюраты на него, лоу. Бензиновый, экологический класс, не установлен. Какой тут экология, вы чё? Дальше. Игрок Эван Ютуб, адрес не требуется, дата продажи 01.04.2020. А в чем прикол? А чё 01.04? А, это же этот, бля, точно. Обновление 01.04 уже было. Я думаю, что такое, я же в 19-м 6-й сервер открылся. Вот. Регистрационный знак. Все, штампики, и когда будет продаваться, вот тут все будет. Блин, как же это охуенно просто. Извиняюсь за мат. Ладно, давайте садимся. Только можно мне это все закрыть, да? Бинды еще мои рабочие. Не рабочие. Блин, а как закрыть? F5, F6, не, F3, L, T, G, может, R. R, включить фары, перевернуть, починить. О, зашибись. Ладно, подъезжаем. Ничего не изменилось. Так, деньги остались, персонаж остался. На И инвентарь не открывается. Подождите, как на инвентарь открыть? Понятно. 10 секунд, 150 рублей, давайте. Так, вроде вот так, да, вот видел.
Ну, блин, было бы еще, конечно, пизже, когда еще пенка была. Ну чё, это уже чисто придирки. Если добавили на смотру туда, чтобы мыть тачку, тогда чё, просто подъезжаешь, покупаешь за 17 вроде еще сколько там денег. И он просто чистый становится. Не, ну просто топ. Так, а если закончить? А, F просто, все. Помыли, залезли. Все, капельки, да? Снутри тоже видно это все, да? Вот, можем открыть. Закрыть. И руль крутится. И руль крутится. И даже ключ зажигания еще. Не, это мощно, конечно. Ладно. Вот, и повалили боком. Когда у меня была семерка, я что-то купил себе F3 убрать. И купил себе E39. E39 чистая мечта. Он мне еще чистенькая, кстати. Затюнил ее под M-пакет, реснички, M-бампер. Решетка, диски, сзади все, я ставил 530-е шильдика, зачем, офиг его знает, так, R, а можно, мне интересно, как она тоже в ПТСе бьется, как 530-е, да, E39, 500, да, так, рабочий объем двигателя, 2,9, 3 литра, да, 3 литра инжектор, все верно, 230 на лошадиная сила, же инжектор, да, да. Не, офигенно вообще. Это, конечно, топчик. ВВО 410. Не, ну я не, вообще не буду останавливаться говорить, что, блядь, CCD все-таки топ. Какая смотра, какой Редмир, пацаны. CCD, в принципе, топ. Ладно. Кстати, 2 литра, так. Я понял, что сейчас на семерке. Так, штрафы. Вот сейчас даже сравнивать, если со смотрой, да? Едем, штрафы, бля, штраф. На смотру надо перед, ну, типа, перед камерой, а на CCD за камерой надо тормозить. Даже вот такая вот мелочь, штрафы, да? На смотре просто деньги списываются, и чем побольше, чтобы вы донатили. А на CCD просто даже, конечно, это было офигенно, но просто, кажется, мелочь, да? Но добавили, чтобы фотка, ну, чтобы фоткала тебе, типа... Не знаю, вообще кайф. Так, давайте заправим 98+. Опа, опускаем. Чисто давайте поднимем вот это. Чисто по кайфу. Обстановка. Так. Так, я как-то врубил поворотники, я забыл как. Вот так может. Во. Все, топчик. И давайте теперь еще, можно сказать, одно место съездим на CCD. Ну, конечно, это больше как обновление 3.8, если я не ошибаюсь, у них. Вот. Это винилы. На смотре, можно сказать, админы доют игроков из-за винилов, которые там по 16 миллионов готовы. Еще поскольку-то. Не, ну, смотри, какая Rapid вообще. А, это Octavia? Сори. Что-то я подумал, что это Rapid. По 16 миллионов. CCD чё? Добавили винильную. Надеюсь, у меня зайдет, не придется перезаходить. Вот. Блин, как же отражение, просто кайф, я не могу. Винильную. И так, где Е добавить слой. И они все бесплатные. Прикаляете? Это не смотра. Пацаны, я думаю, вы уже поняли, зачем эти линии. Skyline 34. Привет. Вот, все просто бесплатные флаги. Ну, конечно, тут здесь меньше всего. Но ничего, они добавят. Но оно все дешевое, вы понимаете? Грензера авто, Рикара, Дидас, лол. Айфон. Но оно все дешевое, блин. Блин, не дешевое, а бесплатное. Кстати, а что если добить свой инстаграм? Не, ну я инстаграм свой бить не буду, конечно же. Ну как же это офигенно просто, не могу. Ваша надпись. Я татарин, не прислоняйтесь, я нищий. I love haters. Стил отель, это нелегкое, не преступление. Давайте что-то добавим. Да стукни боже. О, вот это было мощно. Давайте какую-нибудь надпись. По городу. Выписывай, супер авто. Ваша надпись. Ну, давайте не прислоняться, вот. Вот, мышкой, во-первых, можно двигать. Во-вторых, а, например, а как, а можно правой зажал и левой двигаешь. Вот. Посмотрите, они маленькие и качественные. Так, вот, колесиком прокрутили. Все. Сохраняю винил. Сохранили. Теперь выход, а где выход? Выход. А, backspace. Окей.
Хотите выйти? Да. Кстати, там лучше посмотрелось, но здесь тоже не прислоняйся. Ну блин, какой же кайф, когда оно просто бесплатное, есть можно фантазия. Она, смотри, чё, добавили винилы, по 30 винилы, еще цену залупили и пипец. Здесь все задействовано, блядь, лагает пипец. Это же это, да, аукцион, я даже не видел их ни разу. Ох, мощно так. Кибертрак. Кибертрах. Я надеюсь, меня сейчас не кикнет. Бля, Скай, как у меня жена этой, на смотре похоже. Блин, я уже знаю, какой вторую видос записать, блин. Смотрите, 812-я. Она пизже какая-то, чем на смотре, если честно. Я не пришел хейтить сюда, смотрю, но посмотрите, какие здесь винилы можно делать. Вай, 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 вай. О, чисто Авентадор. By Ukraine. Саша топ. Да. Не, конечно, топ, топ. Аукционы. Хаммер. Чё? Его продают уже за 41 миллион? Цена выкупа. Сейчас за 80 миллионов можно купить Хаммер. В то же время, когда его все покупали по сколько? Хотя, Зара, смотрите, именной на RX-7 AMG SSS. Здесь нету таких цен, как на смотре, на, блин, на эти номера. Вот, восьмерка. Сколько? 350 тысяч. RS6. Сколько? 12, но она стоит там не хуже. Лада Веста, 850. Скай. Вот, смотрите, какая 39-ка. Кайф, да? Номера 600к. Да. Давайте что-то поставим, если честно. Я хочу... Вот, если честно, я хочу сейчас сделать винил на семерку. Мартини, лол. Вот это топ чисто. И пацан особо цены не задирает. Кстати, полиция. Давайте поставим... Ой, побежит, какой? Нет. Зачем мне семерка, блин? Так, назад. Давайте хочу что-то поставить. Начать аукцион. Выбор автомобиля. Е39. Начальная ставка. А сколько она стоит? Давайте 200 тысяч. Нет, 250. Нет, уже... Давайте 400, как с салона. Цена выкупа 600. Все. Аукцион. Мне как-то пофиг, можно и 24 часа. BMW 530i. BMW. Давайте BMW E530i. Точка. M пакет. Чип. Первый владелец. Подтвердить. Действительно хотите добавить? Да. Так, во. Выберите ракурс и нажмите Enter, чтобы сделать фото. Окей, давайте вот так просто сядем. Здесь снимем. Я надеюсь, без чата будет. Вот. Чё, с чатом без? Нужно действовать по принципу скриншота, да? Посмотрим. Вот, success. Лот добавлен. Мои аукционы. А, вот, без чата, все топ. 23 часа, 562, продавец 7 YouTube, М-пакет, чип, первый владелец, ВВО. Все нормально, назад. Выход. Ну все, я поставил лот, посмотрим, как продастся, поехали. Пока, когда их... А, к дому хотел посмотреть, у нас же этот видос еще остался. Так, пацаны, я подъезжаю к домику. Называется... Что будет, если не заходить на CCD за один год, то переходит в ролик обновления 3.8, обзор обновления, вернее. Вообще не обновление, а проекта, скорее всего, потому что я все смотрел. Так, и к домикам подъезжаем, как они изменились, что там поменялось. Вот эти домики, так. Это нет, 320 тысяч я их выкупил, это на сколько мест, то уже, если честно, не помню. Так, этот дом... На 32 парковочных места. То есть у меня 2-2. И еще там получается 2. 3 по 2, да? Потому что 3 по 2. Это 6. И вот, Porsche. Чисто кайф. 3 по 2. И у меня еще был вот этот. Да, и у меня еще одно место стандарты.
хотел сказать смотровской, нет, CCD-шное, блядь, обычное место. Вот, смотрите, как пацан на 350Z наваливает. Мне все-таки кайф, а? Все-таки... Ладно, я это в конце скажу. Но давайте подъедем сюда. Кстати, система одежки здесь тоже не обычная. Не надо как на CCD, на это насмотреть, блядь, скины покупать. Так, вот мои дома на два парковочных места. А, они все забиты. Странно. Ладно, короче, пацаны, на этом все. Вроде все показалось, что могло измениться на сервере. Вроде все осталось за год. На смотри, если что, 3 месяца не заходишь. И обнуляется аккаунт автоматически. Это сделано для того, чтобы слетали дома, бизнесы и т.д. и т.п. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. С вами был Эван. Мне было очень его интересно записывать. И можно сказать, с одной стороны, мне жаль, что я начал играть не на том сервере. Принимайте это как хотите. Всем желаю хорошего дня и всем пока.